работа. Или я такой ливень здесь был, ливень. Вот это мы привезли дождь вам. Ну, это только то на пользу пойдет. Да, дождь только на пользу. Ну, видите, уже просветело. Да, но в принципе здесь в это время обычно бывает жарко. Но сейчас что-то с климатом такое. Ну, нам не надо жарко. Пусть нам чем больше воды, тем лучше. Вот это мы. На 8 месяцев. Молодцы. Смотрится нормально и построено по уму. Это главное сейчас ворота Карабах. Отсюда на Шушу дорога. Проект хороший. А, он такой компактный. Да, да. Если надо, хватает этого. Да, конечно. Если надо будет, его будем расширять. Угу. Место есть. Но пока вот хватает. Международный аэропорт Физулей, он является воздушными воротами Карабаха. Длина полосы 3000 метров. То есть он позволяет принимать любые виды бортов. В данный момент имеется у нас также 8 стоянок. Территория 130 гектаров. Имеется огромная парковка перед терминалом. Это вот здесь? Да. Да. Пропускная способность 200 пассажиров в час. Полоса там дальше, да? Там дальше, да. А это перрон? Это перрон, да. 60 тысяч квадратов составляет перрон. Это за делом. Он находится приблизительно 110 километров от аэропорта. В какую сторону? В сторону Армении. Также 140 гектаров, 6 стоянок, 60 тысяч. Полоса 3000 метров. У нас стандарт 3000 метров, чтобы принимать широкофюзеляжные борта. Лачинский пока что у нас вот на шаблонах, он в данный момент на строительстве. Высота там 1800 метров над уровнем моря. Там ни одного ровного места не было. Мы в течение года занимаемся тем, что горы. Как китайцы на горы построили. Режем, да. Сильно высокогорный рельеф. Mm-hmm. Сильно высокогорный рельеф. Вот такой вид. Но в принципе с такого же объема, да? Да, объем тот же самый. 200 пассажиров в час. То есть это приблизительно 1.5-2 миллиона в год. Пропускная способность. Наверное, весной следующего года. Таким образом, в Карабахской зоне у нас 3 международных аэропорта. Там город строится вот на этой части, вот первый квартал, а там будет большой парк. Да. Вот первый квартал, который уже построен перед нашими глазами. Уже 822 семьи переселились. Очень довольны, очень счастливы. А работают? И работают. Они все благоустроены, все трудоустроены. И в основном в строительных проектах, ну и в государственных учреждениях, в частных. Поле. Потом вот в центре творчества, там полиции, значит, медицина, то и предпринимательство. И предпринимательство. То есть первые этажи у нас уже 300 заявок, 100 мы одобрили. Видно, вот первый этаж. Первые этажи нежилые. Да, то есть общественные, объекты. Коммерческие, услуги. Да. А вот рядом уже второй комплекс. Мы начинаем его застройку к концу года, идет проектировочная работа, состоит из двух частей, общей сложности 653 квартир. Это означает 2288 человек. Сейчас сколько? 3127. И рядом третий квартал, и здесь 863 квартир, и здесь около более 3000 людей переселятся
уже к сентябрю. Итого потом будет около 10 уже тысяч. Около 10 тысяч в городе Физули, угу. А в целом в Физулинском районе где-то 25 тысяч населения. Мы еще же села восстанавливаем сейчас. 10 сел здесь будет. В этом районе только 10 сел. Да. Ну, это город Физули, а другие города что же? Тоже все. Другие города? Же... Да. В этом году где-то 20 тысяч человек мы посели. До конца 26 года до 140 тысяч. Это наш минимальный план, но может быть и больше. Тренинги проходят они прежде, чем поселяются, с ними проводится работа, квалификация поднимается. Это вот будет центральная площадь. Административный центр – это здание и площадь, ну, для оценки. Еще не строили. Нет. Вот прямо напротив нас. Вот когда уже, начинаете? В сентябре начинаем свой президент. То есть ты уже работать там будешь? Да. Да. И райисполком там. Все, значит, у нас такой принцип, господин президент. Мы хотим, чтобы все государственные услуги сосредоточились в одном месте, чтобы была доступность. Очень поэтому правильно. И другие органы, и региональные ведомства, все будет все будут находиться здесь. Чтобы человек не шлялся, да, по городу пришел. И потом я скажу, Александр Григорьевич, эта модель, которую мы сейчас осуществляем в Карабахе и в Восточном Зангезуре, потом она будет востребована и в других регионах. И в плане градостроительства, угу, и в плане управления, и в плане коммунального хозяйства. То есть это современная модель, которая по существу изменит Азербайджан полностью. Угу, да. Новый облик города Физули в последнем стенде. Угу. Молодцы, мы взяли, да. Квартир. И все будут в таком стиле. В этом шоссе комплексе такой. Другой комплекс. Ну, принцип такой. Ну, это очень красиво. Предоставляется обычным переселенцам в таком виде. Состроенный кухня, самозван. То есть мебель они потом. Да, мебель есть. Они сами привозят все. Что еще? Понимаете, мы дали трехкомнатную квартиру, где мы жили. Четверо членов семьи, у нас было 47-48 квадратных метров. Здесь 84. И жили, и считалось, что это дом второй год. Там вот это продолжается. Мы к августу заканчиваем все стройку, все 22 и завершается население. Город в советское время был, имел статус города курорт. Ну, может быть, где-то подумать, места оставить и выводить. А это ваш подарок. Да, на всякий случай. Ну, еще будет приятно. Это городские коммунальные жизни очень красивые. Подчивать они будут. Это как городство, что нужно. Пользуйся. Понравится, добавим. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, в Махабане Новом Саду, перед зданием Дома культуры. До 92-го года. Вы видите, на них следы пуль, следы их расстреливали. Ну, это пусть так и будет. А так? Да, вот сюда они есть, даже это рассказать. Да, вот, я это привез в январе 21-го года, когда сюда приехал. Их отправили на переплавку, выкупили, привезли и поставили их во дворе музея искусств. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 545. А потом была Гугулева, обратился к господину президенту, что ну давайте поставим покупку на большом кассетном парке. Сколько можно поставить? Они будут. Поставим на свое место. Правильно. Это было 11-12 лет назад. Очень. И первый мой приезд, я их сюда и здесь поставил, так они стоят. Это правнучка основателя Карабахского ханства. Натаван, поэтесса. Тоже ей палец сломали еще, потому что палец сломали. Местный певец Бюльбюль, что в переводе означает Соловей. Это его псевдоним. Вот. Ну и тоже подвергся вандализму. Город – культурная столица, и на сегодняшний день у нас официально в реестре 196 памятников.
Но, к сожалению, как вы видите, большинство из них вот в таком, практически все они в таком состоянии. Вот как бы общее планирование, где основные здания будут располагаться, некоторые уже построены, некоторые строятся. Это вот центр выглядел таким образом. Вот пятиэтажки старые и в основном разрушены. По новому генплану он будет выглядеть вот таким образом. Этим летом мы сдадим его, вот сейчас проедем по этой улице, эти дома. В историческом районе будут такие небольшие домики. Здание почты, госуслуг, центр, советский модернизм. То есть это мы восстанавливаем, как был. Это да. В том стиле. Красиво. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Пала, это вот сюрприз тебе. Сюрприз тебе. А то вижу все время в Москве. Он уже здесь живет, он больше, чем в Москве. Пала, вот почему ты поешь до сих пор красиво. Александр Григорьевич, вот в советское время по указанию Гейдара Ильича здесь был создан музей. Вы видели, когда сюда вернулись. И там, знаете, пули остались вот на подбородке, вот здесь вот на груди. Да, расстреливали. Все видел, Александр Григорьевич, по дороге, все да, вокруг, что, физули. Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. А у нас наша великая поэтесса, ну там, Зельга Дебетова, они отсюда молоком вывезли. И потом, я доглашал Гейдара Ильича, еще приняли все меры, удалось вернуть их обратно, и Иван Геннадьевич потом привез и поставил на свое место. В доме родился мой отец. Вот. Ну, здесь собраны такие элементы тех лет и так далее, вот так как люди жили, просто интересно это графически тоже сохранить. Фотография отражен дух того времени, да, как люди одевались, как... Это вот брат, родственники, а это еще в маленьком возрасте, 7-8 лет, его уже вот приглашали петь, да, вот в компаниях и так далее. И вот эти вот, из этих маджлисов он стал певцом. Потом его стали уже приглашать в Гянджу, а потом в Тбилиси, и стал очень известным певцом. Вот и солнце вышло. Солнышко, да. Смотрите как. Все было. Счастливо. Спасибо, пока. Спасибо. Счастливо вас видеть. Спасибо вам большое. Здоровья. Всего держись, самого доброго. Тебе здоровья. Да, да. Было не приехать. Значит, уловил.